Этим летом в Чебоксарах пройдет фестиваль цветов. Такое событие в нашей республике впервые. Подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. Свою работу он начнет с 20 июня. Площадка расположится вдоль исторической набережной у подножия монумента матери-покровительницы. Здесь будут размещены арт-объекты и вертикальные цветочные фигуры от чебоксарских озеленителей и питомников. Будут работать и различные мастерские. Например, горожане смогут научиться вязать венки. А местных фермеров и сельхозпредприятия приглашают продавать здесь свою продукцию. Фестиваль продлится до 20 сентября, и здесь очень много будет проводиться разных тематических мероприятий. Это и показ мод, это вечерние летние концерты, и, соответственно, мастер-классы по различным направлениям и тематикам. Ну и, конечно, это такая атмосферная площадка, которая будет благоухать живыми цветами.